Спасибо большое, что участвуете в наших конкурсах. Я надеюсь, что вы и дальше будете принимать участие в подобных конкурсах, потому что вы отлично справились и справились настолько хорошо, что наш тайный Санта выбрал именно вас. Квадрокоптер – главный приз творческого конкурса на лучшее исполнение стихотворения про Новый год. Ценный подарок достался 5-летней жительнице Уссурийска Софии Марусенко. Как рассказала мама девочки, рифмованные строки про праздник выучили специально для того, чтобы создать новогоднее настроение родственникам, которые живут вдали от нашего города. Получилось, что и родных порадовали, и в конкурсе победили. В детском саду у нас все утренники закрытого плана. Мы решили для нас, для себя на память все это заснять и отправить бабушкам, дедушкам. Параллельно, почти под Новый год, мы увидели объявление, что проводится конкурс. Ну и решили поучаствовать. Как бы особо не надеялись, потому что особо не везло никогда. И тут буквально в день рождения ребенка, когда нам исполнилось 5 лет, все начали нас поздравлять. С неба падает снежок, в воздухе кружится. Дед Мороз берет мешок, в сани он садится. У него полно хлопот, он спешит с подарком, чтобы праздник Новый год стал совершенно ярким. Стихотворение в исполнении Софии пришлось по душе одному из подписчиков Инстаграма Телемикса, который назвался «Тайным Санта». Именно он определил победителя и передал подарок. Сладкие наборы получили и участники конкурса, которые вошли в тройку призеров. Литературное состязание проходило в течение месяца и объединило более сотни детей разных возрастов, которые проявили свои таланты. Анжела Галышина, Роман Адонин, Телемикс.